20 мая в научно-клиническом центре протезионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета прошла экскурсия-презентация «Новой операционной будущего». Делегация из ДРКБ заинтересовалась разработками, установленными в университетской клинике, и посетила центр с целью в будущем установить подобную интегрированную операцию у себя в больнице. Коллеги из детской республиканской больницы планируют внедрение, то есть и, скажем так, установку подобного типа операционных, ну, в будущем. Потому что наша операционная, она уникальна, и на территории Поволжья их просто нет. Особенность операционной в том, что благодаря современным технологиям можно вести трансляцию операции на другие мониторы, тем самым проводя обучение. Также при помощи монитора управления хирург может сам выполнять мелкие задачи, подвинуть свет, сделать ярче и так далее, тем самым уменьшая время операции. Она позволяет выполнять множество очень сложных операций и одновременно в очень высоком качестве проводить обучение. Кроме того, она позволяет облегчить труд хирурга, она не требует дополнительного персонала, ну, знаете, там, подвинь свет, сделай ярче, там, открой жалюзи, закрой жалюзи. Все это хирург может делать совершенно спокойно, либо с помощью одной медсестры, которая является анестезисткой, либо самостоятельно. Открытие операционной планируется в начале июля. К этому же времени персонал планирует провести первую операцию. К слову, операции можно будет проводить разного типа, от пластической хирургии до онкологии. У нас набраны специалисты, пластические хирурги, травматологи, гинекологи, онкологи, хирурги общие. Ну и есть у нас отдельный центр лимфологии, который будет заниматься своей патологией. Он там немножко в автономном режиме, я так понял, будет проводить и хирургические вмешательства, и послеоперационное ведение. Вот, пока мы ограничимся вот этим объемом операций. Однако, несмотря на уникальный интерфейс современной технологии, без медицинского персонала никакая операция пройти не сможет. Даже в операционной будущего, помимо хирурга, будут находиться еще несколько медсестер и анестезиологов. Операционная бригада – это врач-хирург, ну, ассистент, в зависимости от объема операции, это операционная сестра, без этого ну, никак, сами понимаете, анестезиолог и анестезистка. К слову, уникальность операционной добавляет то, что на данный момент она единственная во всем Поволжье. Лев Диденко, Ленар Давлетьяров, Универньюз.